Добрый Здравствуйте, день. Волонтеры по настройке цифрового телевидения. Ждем, проходите. Переход на цифры в Одинцовском округе успешно начался более 2 месяцев назад. Для большинства отказ от аналога остался незамеченным. Но есть и те, кто не смог самостоятельно разобраться с техникой. В их числе Наталья Кадочникова. Расстраиваться пенсионерка не стала, а позвала на помощь волонтеров-активистов местного отделения партии «Единая Россия». Я очень довольна, так понравилось. Ребята, в общем, настроили хорошо, быстро и показывает замечательно все. Выбрать меню. В формате все включено. В меню пункт «Трансляция», затем «Автонастройка». Волонтеры настраивают приставки и антенны, разъясняют технические моменты. На само подключение цифрового телевидения у специалистов уходит не более 5 минут, а потом беседа. Добровольцы не только учат пользоваться пультом, но и рассказывают про новые технологии, благодаря которым телезритель получает высокое качество изображения и устойчивый сигнал. Помогаю людям настраивать цифровое телевидение, особенно людям в возрасте, которые сами не всегда могут разобраться, что и как нужно делать. Приходим, настраиваем, люди довольны. Стоит обратить внимание, что не всем телезрителям необходимо приобретать специальные приставки. Практически все современные телевизоры, выпущенные за последние 3-4 года, оснащены встроенным тюнером, а значит, поддерживают цифровое вещание по умолчанию. Приставка нужна только телевизорам предыдущего поколения. Сейчас объемы заданий, конечно, превышают все мыслимые и немыслимые. В день одинцовские волонтеры получают более 150 заявок, и это только официальные, через колл-центр. Но активисты не отказывают и тем, кто обратился с личной просьбой, например, настроить цифровое вещание заодно и соседям. Василиса Ивашкина, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».